20 марта в самом центре Москвы состоялся 6-й ежегодный торжественный гала-прием Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России. В этом году торжественная церемония была посвящена 75-летию экономического союза «Бенилюкс». Традиционно встреча гостей прошла в Конгресс-центре торгово-промышленной палаты. С приветственными речами обратились почетный президент палаты, великий князь Георгий Романов, президент Федерации бельгийских и люксембургских палат Рене Брандерс, председатель правления палаты Аркадий Арианов, вице-президент торгово-промышленной палаты Российской Федерации Владимир Падалко, генеральный директор торговой палаты Олег Прозоров, а также посол Королевства Бельгии в России Жан-Артур Режибо, посол Королевства Нидерландов в России René Jones-Bos, заместитель главы дипломатической миссии Великого Герцогства Люксембург в России Gilles Bauer. Все выступающие отметили важную возрастающую роль Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в укреплении и развитии экономической связи, как одной из самых влиятельных деловых ассоциаций Евразийского континента. Мероприятие посетили более 300 гостей, среди которых представители российского, бельгийского, люксембургского и голландского бизнеса, представители администрации президента Российской Федерации, представители российских регионов, представители дипломатических кругов и органов государственной власти России. В ходе церемонии были вручены дипломы действительным членам Бельгийско-Люксембургской торговой палаты. Завершилось мероприятие праздничным гала-коктейлем, где гости продолжили общение в неформальной и дружественной обстановке.